Хай, народ, я решил записать такое видео, где я расскажу немного информации о сериале Battle Earth, что у него будет. Вообще, я выписал трейлер, но трейлером, знаете, это даже трейлером назвать нельзя. Я просто показал наглядно, что будет в сюжете, и вообще анонсировал только этот сериал. Но полноценного трейлера, скорее всего, не будет. И поехали! Короче, в общем, этот сериал я не буду рисовать в рисунке мультфильма, и там не будет стиконов, как было показано в трейлере. Все я буду рисовать, скорее всего, в Paint. Да, это будет Paint. Буду делать так раскадровку, я, скорее всего, делать не буду, потому что, но все равно, я буду заниматься этим сериалом очень много времени. И первая серия примерно выйдет только через месяц, потому что я хочу сделать хотя бы 4 минуты, а понимаете, вот анимация рта в Paint, это все дико сложно. Также я еще много гуляю, и это отнимает еще больше времени. Так что ждите ее только в начале июля. Если, конечно, я успею к концу июня, то она выйдет в конце июня. Монтаж там, в принципе, еще, это, ну, понимаете. Но монтаж процесс не такой уж сложный, так что если закончу рисовать к концу июня, я там смонтирую довольно быстро. И вы увидите его уже там, ну, в конце июня, соответственно. Значит, сейчас я, как видите, рисую сцену из мульта, которая будет. Я, скорее всего, выпущу ее завтра, если успею нарисовать, опять же. Я буду просто выкладывать рандомные сцены до выхода. И знаете что? Скорее всего, это будет единственный сериал на моем канале, который будет. Нет, мультики Гэги, возможно, будут еще. Но вот мульт-истории будут, конечно. А вот сериалы, кроме этого, скорее всего, не будут. То есть не будет сериала больше. Почему? Все дело в том, что они у меня не удаются. В общем, я снимал «Медведя Саню» и «Гусю», потому что Арсений 206 там разрешил его использовать. Но он закрыл его проект, это понятно. Я думаю, вы знаете, кто такой Арсений 206. Если нет, можете посмотреть одно из моих видео на старом канале. Я там рассказываю как о проекте «Гусь», о Арсении 206, ну, его истории. Вот. И я снимал по нему такие как видео «Медведь Саня» и «Гусь», которые там приехали в приезжали в различные города, либо там были какие-нибудь скетчи, типа «Медведь Саня приехал на море» и все такое. Но, знаете, «Медведь Саня», там была прессовка, в принципе, не очень. Он, проект не удался, он набирал мало просмотров, да и вообще тогда я только экспериментировал с мультами, только тогда у меня начали выходить мульты в Paint. До того были простецкие анимации в «Рисуем мультфильмы 2». И вот, как видите, все. Но над этим сериалом я буду очень стараться. И думаю, и надеюсь, он проживет много довольно выпусков. Я собираюсь сделать как минимум 2 сезона, после чего, если ничего не выйдет и с этим сериалом, ну ладно, сделаю финал там все равно. Даже если будет не совсем такая развязка. Как видите, вот я рисую сцену. Завтра, если вот как раз завтра Троица. Если я все-таки успею, то смогу ее выложить, но на 100% не уверен, так что вообще не ждите завтра. Завтра, скорее всего, ждите только туториал. Вот. В общем-то, я записываю без сценария, вот почему я сейчас туплю. Ну вот, как видите, вот такая тут будет более-менее рисовка. Причем я рисую до сих пор мышкой, я пока не купил графический планшет себе. Поэтому мышкой я буду пытаться рисовать, хотя более-менее. Ну, как видите, рисовка хотя бы какая-то. Ну, я буду стараться. Ну, а всем удачи, всем пока.